На площадке общеобразовательного учреждения номер 56 города Артемовский прошло поистине грандиозное шоу «Школьное Евровидение 2018». По словам организаторов конкурса, оно стало масштабнее и эксклюзивнее по сравнению с 2017 годом. Сегодня прошел второй конкурс «Школьное Евровидение». Он в этом году стал намного масштабней, в нем приняло участие намного больше классов и много участников. Грандиозный проект бы не состоялся без помощи нашего педагога-организатора Кожевиной Влады Олеговны, а также без наших спонсоров, которые оказали большую помощь в проведении данного проекта. Добавим, что в конкурсе приняло участие 10 стран – Германия, Россия, Бельгия, Великобритания, Армения и другие. Каждый класс – отдельное мировое государство. Отметим, что правила конкурса были максимально приближены к международному конкурсу детского Евровидения. В состав жюри вошли представители Думы Артемовского городского округа, Егоршинской строительной компании, спонсоры и, конечно же, ученики школы номер 56. Со сцены весь вечер звучали мировые музыкальные хиты, которые были исполнены очень профессионально. Напомним, школьное Евровидение 2018 проходит в школе 56 уже второй год. Итоги этого конкурса подводили как интернет-голосованием, так и оценками, которые выставляли судьи. Кроме этого, зрители в зале могли отдать свой голос за любого понравившегося участника. Кроме представителя своей страны. Добрый день, уважаемые участники Евровидения. Школа номер 56. Конечно, сегодня мы посмотрели замечательный концерт. Сегодня победили все, но, конечно, на фоне всех выступающих смотрелись лучшие страны, команды, представляющие страны бывшего Советского Союза. Спасибо ребятам за то, что вы сегодня нас пригласили. Все было замечательно, было интересно, самое сложное посудить, когда все прекрасно, все классно. Я от души вас всех поздравляю, потому что в данном случае победили все. Сегодня был замечательный праздник, устроенный для нас, для всех. Но что бы мне хотелось сказать, уровень, наверное, надо поднимать повыше, как сказали. Я считаю, что Россия наша огромная страна. Огромнейшая страна. И, наверное, надо сделать так, чтобы каждый уголок нашей России был здесь открыт для нас, для всех, для школьников. И, наконец, самый волнующий момент – подведение итогов и объявление результатов. Гран-при музыкального фестиваля «Школьное Евровидение-2018» завоевала Беларусь, которую представляли ученицы 8-го Б-класса. Памятные подарки получили и организаторы конкурса. Наш конкурс посетили депутаты городской думы. Нам очень приятно, что они уделили свое время и поприсутствовали на нашем проекте. Это было очень здорово. От имени организаторов конкурса выражаем огромную благодарность нашим спонсорам и гостям, которые посетили наш сегодняшний конкурс.